Привет, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать про наш небольшой собачий проект. Ну, для начала я хочу рассказать немножко историю, как родился этот проект. В 2017 году, накануне Года собаки, я решил послать своим друзьям, фотографам и коллегам открытки, ну, на тему Нового года. Естественно, это были открытки, посвященные нашим лучшим друзьям. Я попросил их прислать мне их не адреса и по почте разослал им, ну, такого рода открыточки. Идея всем этим очень понравилась, и мне начали приходить в ответ тоже открытки от моих друзей-фотографов. И одной из таких открыток были замечательные рисунки тверского художника и фотографа Марии Сахно. Первую открыточку, которую она мне прислала, это вот этот замечательный скетч с Джек Рассел Терьером. Вторая — это была вот эта замечательная такса. Вот. В этом году мы решили сделать с Марией такой совместный проектик. Мы решили издать книжку про друзей и сделать небольшую выставку, которая бы состояла из фотографий и рисунков Марии. Обе книжки, которые вы сейчас видите, я печатал у своих замечательных друзей в типографии «Немакулатура». Они вышли небольшими тиражами. Первая чуть больше 100, про пса. Книжка про друзей, которую я сейчас листаю, вышла пока тиражом 50 экземпляров. Вот. В этой книжке вы видите мои фотографии и замечательные рисунки Марии Сахно. Вот. Так что вы можете поддержать наш проект на планете, получить эти замечательные зины. Также будут открытки с рисунками Марии и тоже с некоторыми моими фотографиями. Фотографии как черно-белые, так и цветные, вы сможете их выбрать. Спасибо за поддержку.